С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 5 декабря. Международный день добровольцев и день добровольца или волонтера в России. Также сегодня отмечается день начала контрнаступления советских войск под Москвой. Войска перешли в наступление на фронте от Калинина до Ельца. Замысел советского командования – разгром наиболее опасных частей войск группы армий «Центр», угрожавших Москве с севера и юга. Несмотря на отсутствие превосходства в живой силе и технических средствах, насильные морозы, глубокий снежный покров, войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее Калинина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин-Москва и освободили ряд населенных пунктов. У родившихся 1803 год в этот мир приходит Федор Тютчев, замечательный, легендарный русский поэт. Ему принадлежат слова «Русская история до Петра Великого, сплошная панихида, а после одно уголовное дело». Ну и, конечно же, масса прекрасных стихов. «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей, мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей». 1820 год, день рождения еще одного поэта, Афанасия Фета, немецкого происхождения, переводчик, мемуарист, член-корреспондент Петербургской академии наук. Он стал одним из самых известных русских поэтов. «Тихо под сенью лесной спят молодые кусты. Ах, как пахнуло весной! Это, наверное, ты». 1861 год. В этот мир приходит Константин Коровин, русский художник-пейзажист. Большое количество работ его хранится в Русском музее. В 1891 году рождается еще один живописец – Александр Родченко, график, скульптор, фотограф, художник театра и кино, один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР. В 1901 году рождается Уолт Дисней, американский мультипликатор, отец Микки Мауса и Дональда Дака. За свое творчество он получил 29 Оскаров. Ему принадлежит и честь создания знаменитого детского парка Диснейленд в Калифорнии, который наполнен образами из его фильмов. Ну и, конечно же, является создателем первых в истории кинематографа звукового и музыкального мультфильмов. За свою необыкновенную напряженную жизнь он, как режиссер, сумел снять 111 фильмов и был продюсером еще 576 кинофильмов. 1946 год. Рождается Хосе Карерас, испанский оперный певец, тенор. Он является почетным доктором ряда университетов мира, кавалером Большого Креста и великим офицером ордена за заслуги перед Итальянской республикой. В 1966 году рождается Патриция Каас, французская певица. На сегодняшний день она выпустила 11 альбомов, часто дает концерты в России и вообще очень много гастролирует по миру. Стилистически музыка певицы – это некая смесь популярной музыки и джаза. Ну а секрет ее успеха очень прост – постоянные гастроли. Каас практически все время находится в движении. События дня. 1931 год. В 12 часов дня производится первый взрыв, в результате которого рушится один из четырех центральных пилонов храма Христа Спасителя в Москве, построенного в 1881 году на народные деньги в память избавления России от нашествия Наполеона. В течение 45 минут будут обрушены остальные пилоны. На его месте должны выстроить дворец Советов, но построят лишь бассейн «Москва». 1936 год. В последний день работы 8-го чрезвычайного съезда Советов принимается Сталинская конституция, которая будет действовать без малого 41 год, до 7 октября 1977. Над проектом работали Николай Бухарин и Карл Радек. 1957 год. В Ленинграде спущен на воду атомный ледокол «Ленин». Первое в мире надводное судно с атомной энергетической установкой для обслуживания Северного морского пути, а также экспедиционного плавания в Арктике. На корабле была ядерная установка парового типа, которая вырабатывала пар для четырех главных турбогенераторов. Они питали постоянным током три грибных электродвигателя, которые приводили в действие три грибных винта прочной конструкции. В 1989 году судно было выведено из эксплуатации и поставлено на вечную стоянку в Мурманске.
За 30 лет службы корабль прошел почти 655 тысяч морских миль и провел через льды 3741 судно. 1996 год. Премьера первого серийного электромобиля компании General Motors EV1. Причина принятия штатом Калифорния закона, согласно которому в объеме продаж каждого автопроизводителя доля автомобилей с нулевым выбросом должна составлять не менее 2%. Для обеспечения достаточной дальности хода необходимо было свести к минимуму разного рода потери энергии аккумулятора. Для этого кузову автомобиля или электрокара, как мы говорим сегодня, придают почти идеальную аэродинамическую форму. Коэффициент его лобового сопротивления составляет всего 0,19. Но вот что интересно, как только законы в штате стали помягче, от этого автомобиля быстро отказались. Но мы знаем, что электрокары постепенно будут в нашей жизни. 2009 год. Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми. Крупнейший по числу жертв пожар в постсоветской России, который произошел в этот день в ночном клубе, где проходил, судя по всему, корпоратив. Он повлек смерть 156 человек. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс и жесткую реакцию российских властей. Это первый случай массовой гибели людей в ночных клубах в истории страны. В связи с инцидентом был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия. Ну и еще одно событие подробнее. 1791 год. В Вене умирает, видимо, от почечной недостаточности, 35-летний Вольфганг Амадей Моцарт. Еще при жизни признанный гений, он будет погребен на кладбище Святого Марка в общей могиле. Местонахождение ее ныне забыто. Он оставил после себя 550 страниц сочинений, 14 мес, 2 оратории, 15 опер и так далее. Кроме того, незадолго до кончины композитору, как известно, явился незнакомец в маске и инкогнито заказал ему реквием. Как считают музыковеды, это был тщеславный аристократ, собиравшийся выдать купленное за собственное. Заканчивать заупокойную мессу пришлось уже верному ученику великого австрийца Францу Зюсмайеру. Тем временем в народе рождается версия, что Моцарта отравили. И эта версия живет по сей день. Жена композитора Констанца рассказывала своему второму мужу Ниссену, что Моцарт дважды говорил ей о своей скорой смерти, поскольку ему якобы давали яд. Фармацевты считают, что это было вещество акуатофана, смесь из бледно-серого мышьяка, окиси свинца и серебристой сурьмы. Более убедительной и логичной, нежели классическая версия об отравителе Сальери, большинству исследователей представляется сегодня другая версия, которая называет виновником гибели Моцарта некоего Франца Хофдемеля, венского юриста и масона, с которым композитор близко сошелся в последние годы. Жена Хофдемеля, 23-летняя красавица-пианистка Магдалена, якобы была ученицей и любовницей Моцарта. 6 декабря 1791 года, когда жена Хофдемеля вернулась домой с панихиды по Моцарту, муж набросился на нее с бритвой в руке, нанес раны на шее, лице, груди, руках, и только крики Магдалены и ее годовалого ребенка спасли ей жизнь. На шум сбежались соседи. Вечером Франц запирается в кабинете и перерезает себе бритвой горло. Жизнь в страсти или страстная жизнь. И все это вокруг Моцарта. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».